Всем привет! Снова с Вороном в лесу катаемся. Он хотел заснять вот это, понимая, выкладка сена на подкормку животным. Ну, не сено, конечно, это солома. Сейчас два козлика оттуда побежали. Может быть, какая-то там травка зеленая есть. Кушают. Ну, ворон тоже бы не прочь был. Да, ворон? Пробу снять. Сегодня снежочек маленько посыпал, ветерок. Козлам немного поближе подъезжаю. Но все равно убегает. Камеру не достаю снимать. Как бы сдалека плохо. Плохое качество. Не фокусируется до конца она у меня почему-то. Вот такие дела. Ну, может, еще что-нибудь засниму. Ну, везем мы очередную партию в лес. И фотоловушку сейчас с тобой взял. Ну, как-то вот так вот. Приехали с вороном на место. Ах, идем глядеть, что там, как там. Ай, тоже где-то с середины лета, наверное, не был. Кабаньих следов, короче, много везде. Нет, вот есть осинный. Когда-то подходил. А соли тоже здесь нету. Давным-давно. И козлики ходили. И кабаны приходили. Туда куда-то в кусты ходят. Ну, сейчас мы им подарок сделаем. Насыпем. Ну что, в общем, могу пока сказать. Проехал я за два дня километров, наверное, ну, 50, больше даже. Ну, разными маршрутами, имею в виду, если в линию впрямую. Провести не так, что в одну сторону и обратно своим следом. И сезон сентябрь-октябрь, когда гон у лося был, лося в этом году гораздо меньше, чем прошлый сезон. И, наверное, связано это все-таки с пожарами. А кабана в разы больше. Кабана вообще много следов. Может, у них сейчас тоже период там, наверное, гона должен идти. Блыкаются. А может быть, нет. Здесь оставлю, наверное, фотоловушку на пару неделек, может и больше. Посмотрим, кто будет сюда ходить. Есть еще в стороне здоровый лосиный след. Да, он вроде не подходил почему-то. Прошел стороной. Здесь более мелкий есть подход. И есть две тропы кабаних стороной. И одиночный след. Ну все, как-то вот так вот тут выглядит у меня. Там уж будем дальше смотреть.
Но сейчас у них не особая активность должна быть, позже. В прошлом-то году у меня полно видео саланцов. На одном, не помню на каком канале, я выкладывал в одну ночь на один саланец 7 лосей тогда пришло. Давай там драться, лосихи гоняют друг друга, отгоняют. Здесь тоже две семьи разных выходило. Тоже там мычали, одна другую прогнала. Может быть, еще что-то интересное заснимется. Кто помнит, весной я сюда заезжал. Навесы, которые мы когда-то строили, были сгоревшие. Но я так понимаю, егеря их восстановили. Молодцы. Сено даже завезли. Свежего. Еще и соли, наверное. Вроде да, вроде соль тоже лежит. Прямо все сделали. Накормили. Вот тут недавно приходили козлики и осики. У нас осинный след есть. От одной к другой. Кормушечки. Наверное, делали просто как навес. Козлики ходят, кушают. Но больше следов к соли. Ворон соль не хочет. Ворон бы рад бы был бы сено поесть. А, этот они совсем новый построили, получается. Вот он, который был, что от него осталось. А у того были стойки там сгоревшие, несколько столбиков. Вот такие дела. Сейчас ехали-ехали такие с вороном и наткнулись на одну штуку. Я же все головой кручу по сторонам. Вот там вот, вот на штуку на одну наткнулись. Вот на такую штуку мы наткнулись. А какой интересный экземпляр. Так, вылезем, 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 посмотрим. Морда погорела, похоже. И рог погорел. Вот такой вот интересный. Я, кстати, подобного нынче снимал. Если даже найду, наверное, видео, ссылку добавлю. Но я в другой стороне снимал. После пожаров. Здесь уже тоже попортился. Вот такой вот. Там козлик вроде шел. Попробую подойти, если получится. Шел он вроде нас не видел еще. Ветер боковой вот так вот дует. Если ворон его сильно не нашумит, то может быть заснимем. Там не один, их там то ли два, то ли три, он справа. Задница белая. И мне казалось, еще где-то слева есть, но пока не могу разглядеть.
Сейчас, наверное, спать ляжет. Основательно роет.